Привет! Сегодня вы узнаете, что будет, если взять кока-колу, засыпать в нее просто дофигище ментоса, все это дело засыпать содой и погасить уксусом. Ну, я думаю, еще мы добавим соли и посмотрим, к чему это все приведет. А сейчас мы все это пойдем и купим. Итак, дорогие друзья, мы идем на оптовую базу. Что покупать? Колу, уксус, ментос, соль, сода. Все, окей, пошли. Кока-колу купили, короче, 24 баллона. Паша только что их нес. И купил. Да, офигел. Потом, значит, взяли 10 пачек ментоса. Еще 2 пачки соды и 2 бутылки уксуса, короче, взяли. Да. Сейчас мы ждем такси и поедем. Да, поедем, не скажу. Короче, поедем мы в лес. Короче, этого хватит на несколько видосов. Поэтому, друзья, ждите обязательно и продолжайте просмотр. Все. Все, теперь мы на месте. Сейчас будем делать распаковку. Короче, мы сейчас будем делать распаковку кока-колы. Вам все это покажем. Поставим их в ряд, будет все офигенно круто, и будем их взрывать. Поехали. Так, друзья, мы на месте. У меня 2 соды, у Паши 2 уксуса. И у нас 24 банки кока-колы и 10 пачек ментоса. Очки для защиты глаз. Бицид для защиты ушей. Народ, с чего начинаем? Берем любую банку колы, вот вообще такую берем. И сейчас открываем тихонечко и засовываем туда бачку ментоса. И будет вообще жесткий фонтан. Берем колу обычную. Вот она, кола наша. И берем обычный ментос. И нам надо тихонечко сейчас открыть колу, чуть-чуть отлить колы и засунуть туда, не знаю, половину ментоса. И вы увидите, что произойдет. Ой, там человек. Ты чего прям на человека чуть не сделал? Охренеть. Берем половину пачки ментоса, засовываем, закрываем и взрываем, короче. Давайте. Сторона открывается. Она могла полететь, Паша. Да. Капец, короче. Ментосы не хочешь? Не, спасибо. Не, что, мне кажется, вкусно. Бля. Она могла... Итак, мы уже израсходовали одну банку кока-колы. На мне смешные очки для того, чтобы... Блядь, ничего же не видно. Итак, у нас есть сода. У нас есть сода, у нас есть уксус, у нас есть ментос. И что у нас еще есть? Уксус, сода, ментос. Все, больше ничего у нас нет. Кока-кола. Так, ладно. Что будем делать, что будем делать, что будем давай делать? Ментос засунем, бомбанем нафиг и все. Че? Ладно, дело? Давайте сделаем фонтан. Фонтан. Вообще без Б. Итак, короче, я решил сделать фонтан. Я возьму уксус, возьму соду. И немножко ментоса. Чуть-чуть. Эй-эй-эй. Ну чё ты, Паша? В смысле, он не лился? Черняк. Короче, друзья, у меня есть кола, уксус и один ментос. И сейчас будет просто мега офигенный фонтан. Вы сейчас все увидите, смотрите. Ну, чуть-чуть больше открой, Паш. Еще. Еще. Отпускай. Ну, что ты? Ну, все, зачем звук? А, ладно. Стой, у меня есть идея. Все уже? Нет. Бахни туда соды, чтобы она... Нет, я ее открою еще раз. Ладно, все, я молчу, давай. Мы резко заболтыхали, я, конечно, уже облит, но сейчас еще раз попробую. Никто не едет, все норм. И... Короче, друзья, что-то нифига эксперименты не удаются, но мы решим эту проблему. И сейчас я засуну вот этот ментос, короче, сюда. И просто сброшу, короче, она полетит. Это уже не раз у меня срабатывало. И сейчас мы еще раз попробуем, будет нормальный такой взрыв. Поехали. В итоге, короче, у нас немножко получилось взорвать кока-колу, именно когда мы ее кидаем об асфальт. Сейчас я попробую взять кока-колу, ментос, добавить немножко соды, быстро ее закрыть, после этого сболтыхать и кинуть ее об асфальт, чтобы она взорвалась и полетела. Давайте сейчас попробуем это все дело проделать. Взял буквально маленькую крышечку соды. Теперь кидаю ментос и одновременно все это дело закрываю быстро крышкой. Так, соду надо чуть-чуть отсыпать, иначе крышка не закроется. А-а-а!
Бля, я весь в кока-коле. Это сода, бля. Вот это вообще, это реально жесть. Она пролетела метров 10, наверное, точно, и в высоту она взлетела еще метра 4-5. Сейчас я взял новую банку кока-колы, уже 9-ю, беру аэрозоля. Я отойду, а то мало ли. Одеваем очки. Для безопасности. Я отойду, а то мало ли. Короче, друзья, она охренительно вздулась, я думаю, сейчас получится еще круче, чем было до этого. И она вообще далеко улетит, может, метров на 50, надеюсь, хотя бы. Вверх. Вообще, потрогай. Охренеть, она каменная, друзья, прикиньте. Ну давай, 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 давай. What the fuck? Блин. Друзья, сейчас я просто взорву, это все будет охренительно, просто большой взрыв, она улетит просто на сотню метров в космос и будет все охренительно. Поехали. Откроем банку, значит. Короче, открыли банку, сейчас сюда дохерища аэрозоля сделаем, и она просто полетит в космос. Поехали. Не болтыхай. Держи. Все, все хорош. Держи еще. У меня палец леднеет. Да. Там, да. Холодная, болтыхай. Капец. Я пошел вниз. Она очень холодная вообще. Я знаю. Вот поэтому она и взрывается. Она ее охлаждает. Кокаин. Ты кто? Друзья, вы охренеете, смотри, что произошло с банкой. Мало того, что горлышко просто разорвало, так еще вот что. Охренеть, да? Это какая-то корона, можно, короче, кого-нибудь зарезать этой бутылкой, блин, нафиг. Вообще оторвало жестко. Так, сегодня уже второй день, мы продолжаем взрывать кока-колу. В итоге мы решили сделать это с газом, намного лучше. Дофигища газа, колы взяли, сейчас все будем взрывать. Купили в итоге освежитель для воздуха в туалете, вот стоит он всего там 30 с лишним рублей. Ну или 60 там, или сколько, ну дешево. Короче, друзья, вообще офигенно она взорвалась, смотрите. Это просто жесть, короче. Прям просто ее с крышкой и с упаковкой разорвало. Ладно, взрываем дальше. Единственное, что очень жалко, что мы хотели, чтобы она взлетела. Я думаю, дело в том, что... Хватит мне брызгать. Дело в том, что в нехватке газа. Надо побольше газа бомбануть. Давайте сейчас попробуем. И возьмем другой газ. Давай, побольше я. А, такой же он. Пропан вот, видишь, пропан, видишь? Нет, да. Такой же там эффект был. Нет, пропан дофига, а там нет вообще пропана.
мы до этого все время кока-колу открывали. Если вы присмотритесь, то вот крышка, видите, она уже вздутая. Я думаю, а зачем вообще эту кока-колу открывать? То есть она уже готова для того, чтобы можно просто ее бомбануть, не вскрывая. Потому что она вся вот вздутая вообще конкретно. Можно просто ее поболтыхать, ничего в нее вообще не добавлять и просто, короче, ее кинуть и бомбануть. Давайте, друзья, бомбанем сейчас несколько бутылочек кинем, и она взорвется. Поехали. Сполтыхал? Угу. Два, три. Вот это взрыв! Давай еще. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Друзья, она только что, я вам клянусь, взлетела до высоты дерева. Да вы что, верно? Без ничего. Без ничего. Ни уксуса, ни соды, ничего не надо. Совсем, что ли? Уйди на... Все, друзья, мы, короче, реально очень сильно устали, потратили мега просто дофига сил. Взорвали все банки, это целая упаковка, 24 штуки. Вложили в это много очень сил и времени, и надеюсь, вы это оцените. Вот такие были опыты, друзья. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте обязательно лайки, пишите внизу комментарии, понравилось вам или нет, и делитесь этим видео с своими друзьями. А на этом все, с вами был Лобастов Павел и... Атуров. Йоу, всем пока. Всем привет.